случае возвращения беженцев Европейский Союз будет очень внимательно следить за тем, как с ними будут обращаться. Меня не устраивает заявление, которое президент Алиев делает в адрес ЕС. Его критика еврокомиссара Борреля, председателя Европарламента Роберта Мистолы. Я слышу много критики в адрес ЕС, много критики в адрес мониторинговой миссии ЕС в Армении. Но насколько возможно, силами наблюдательной миссии или любой другой международной организации, имеющей доступ, мы будем следить за развитием ситуации. Одно дело давать политические обещания и совсем другое дело их выполнять. Сегодня мы ожидаем, что Азербайджан выполнит свои обещания и обеспечит безопасное возвращение и безопасную жизнь армянам в Нагорном Карабахе, которые хотят вернуться, не требуя от них стать гражданами Азербайджана и не подвергая их какой-либо угрозе. Это недопустимо международным правом.